И хочу сказать, что достаточно яркий цвет глаз. Конечно, они еще будут набирать свой цвет, но даже для такого возраста уже такой интенсивно голубой. Мы видим одного экзота. Это все-таки, как говорят, первый короткошерстный, великолепной набитой шкуркой. Такой короткая, очень плотный, как настоящий плюшевый мишка. И два персидских котёнка с длинной такой потрясающей, очень мягкой, шелковистой шерстью. Они у нас единственные, но по праву становятся лучше помётом.